В понедельник, 21 декабря, в стенах Тверской городской думы состоялось внеочередное заседание народных избранников. Депутаты рассмотрели внесение изменений в городской бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Об итогах принятых решений расскажет Наталья Чекет. С докладом об изменениях в бюджет выступила Ольга Слобода, начальник департамента финансов администрации Твери. Перераспределение средств производилось внутри отраслей. Так, по муниципальной программе для развития образования будут выделены дополнительные средства на зарплату работникам учреждения образования. Общая сумма составит более 31 миллиона рублей. Кроме того, увеличивается финансирование на оплату работ МУП ЖЭК по содержанию улично-дорожной сети города в декабре. Ранее заложенных средств было недостаточно для полного расчета за месяц. А также организации будет направлена субсидия в размере 1,5 миллиона рублей. Те средства, которые мы сегодня перераспределили, они были, образовались в результате экономии по конкурсным процедурам в городе бюджетных денег. И также связаны с теми средствами, которые у нас высвободились в связи с пандемией, с массовых мероприятий остались у нас деньги. Сейчас эти деньги мы передвигаем, перечисляем. На заседании депутаты рассмотрели внесение изменений в адресную инвестиционную программу. В частности, на строительство детского сада по улице Склискова было предложено дополнительно выделить из бюджета 1 миллион рублей. Эти средства пойдут на присоединение к сетям. Всего дошкольное учреждение будет рассчитано на 190 детей и 8 групп. Детсад будет представлять из себя трехэтажное здание. А интерьерные решения будут выполнены с учетом специфики функционального назначения дошкольного образовательного учреждения. Всего на его строительство планируют потратить более 220 миллионов рублей. Помимо этого, увеличено финансирование для будущего детского сада на улице Левитана. Кроме того, с целью заключения в 2020 году муниципального контракта на детский сад на улице Левитана, еще один объект у нас в общем году, предлагается внести изменения в 2021 год, поскольку у нас бюджет трехлетний и действующий трехлетний. На общую сумму 150,9 миллиона рублей. В этом году деятельность Тверской городской думы не заканчивается. Народным избранникам в ближайшее время предстоит рассмотреть проект бюджета на 2021 год и плановые 2022-2023 года во втором и третьем чтении.